утром. Следующий блок. Следующий блок не надо. Теперь наблюдение за ящиком. А теперь наблюдение за ящиком. Пока все дома. Передача. Скажи, друзья, скажи, знакомый, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома. Доброе утро. В эфире всенародно соединяющая, семейная, до краев, наполненная горячим интересом к жизни других людей, передача «Пока все дома». И сегодня мы узнаем, все ли дома у Никиты Джигурды. Привет, Тимур! Разводись! Здравствуйте, Никита и Марина. Ну что, съешь хлебушка русского, запей водочкой русской. А можно лучше чаю? А если у вас есть чай русский? Нет. Кто это русский? Нету чая русского, водка русская. Пей, вкусная. Спасибо. Никита, а расскажите про вашу семью. У вас ведь двое детей? Да, Анисина родила мне благодаря русского. Миканджель Крист. И еще... Доченька, красавица, русская, Эпоглада. А вы не думали о пополнении? Нет, что вы, Тимур, надо... Конечно! Конечно! Ух, Анисина моя! Она мне целый батальон еще родит, выпьем за это. Тимур, а батальон это сколько? 360 человек. Суровое решение мое и для меня предмет тяжелых стон!